Ага. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Андрей, и сегодня я расскажу, собственно, чем мы занимались в ITMO и как мы создавали научное open-source сообщество. Где-то, наверное, пару лет назад, когда я пришел работать в ITMO, я попал в лабораторию сильного искусственного интеллекта в промышленности исследовательского центра, и как тогда оно все было. То есть у нас есть некоторое количество научных фреймворков для разных задач. То есть, например, фреймворки автоматического машинного обучения, фреймворк байесовских сетей и так далее. Но при этом, как бы даже несмотря на то, что наш фреймворк, который, так сказать, наша звездочка, да, который имеет, в принципе, достаточно широкий диапазон применения, потому что это AutoML, плюс еще он самый популярный был, и он себя зарекомендовал как достаточно рабочая штука, потому что ну, мы при помощи него просто выиграли несколько хакатонов, например. Даже вот как будто бы при таких каких-то вводных данных популярность его в сообществе, его используемость, да, цитируемость статей была ну, не то чтобы невысокая, но хотелось бы, конечно, и лучше. И можно было бы, в принципе, лучше. И когда мы начали как бы анализировать это и разбираться, поняли одну вещь, что сообщество open source в России, оно достаточно разобщено, то есть оно как бы часто просто изолировано, особенно если мы говорим про какие-то научные как бы, сообщества. То есть многие люди делают какие-то проекты, какие-то вот репозитории, и иногда это даже сделано достаточно хорошо, но почему-то, вот, например, да, как сегодня вот молодой человек рассказывал про штуку, тоже, кстати, из ITMO, с изображениями, да, то есть проект, возможно, кому-то будет очень полезен. Но я зашел на GitHub, и я поставил первую звездочку. То есть просто, ну, проблема-то о том, что многие просто о проектах не знают. И мы попытались начать что-то с этим делать. Попробовать создать некоторое вот open-source сообщество, которое будет ориентировано на какие-то научные проекты в области искусственного интеллекта, ну, и машинного обучения в целом, да. Почему именно эта область? Потому что мы в ней, ну, хоть немножко, но, наверное, разбираемся. И мы использовали разные способы, двигались по разным направлениям. У нас есть чат, посвященный open source. У нас есть репозиторий с лучшими практиками для того, чтобы начать open source разработку. Мы выступаем на различных мероприятиях и сами организуем митапы, где рассказываем про… Не только мы, где, в принципе, любой может рассказать в неформальной обстановке, там, в баре, про свои open source репозитории, про свои разработки. И то, что началось относительно недавно, мы начали заниматься исследованиями open source в науке и в России, в принципе. Сейчас я о разных направлениях чуть подробнее расскажу и о каких-то, скажем так, сложностях, которые возникали при движении по ним. Во-первых, это сообщество открытого кода, которая состоит по большей части из студентов и сотрудников ITMO, но далеко ими не ограничивается. Сообщество это в Телеграме, это Телеграм-чат, куда мы, где мы просто общаемся, даем там советы, помощь по поводу различных аспектов open source разработки, где просто обсуждаем разные штуки, которые связаны с open source, где мы анонсируем наши мероприятия и продвигаем чужие open source инициативы, то есть тоже как бы даем такую информационную площадку для чужих open-source каких-то проектов. Мы также ведем репозиторий. То есть часто такое бывает, что вроде бы хочется что-то в open-source сделать, да, и если много энтузиазма, даже оно как бы делается, но потом там возникает вопрос, а как написать readme, а как там настроить зеркалирование с GitHub на GitLab, как там сделать то, как там документацию красиво, быстро собрать, да, чтобы не тратить много времени на то, чтобы ее писать с нуля. И для вот таких вот целей мы создали репозиторий, так сказать, с лучшими практиками. И несмотря на то, что, ну, как бы, на самом деле информации, то есть я сейчас не хочу утверждать, что информация в этом репозитории уникальна, нет. Но она там собрана в одном месте, она структурирована. И это еще одна точка входа, которая вот позволит людям, которые, ну, увидеть какой-то гайд на русском языке и, возможно, приблизиться к созданию собственного open source проекта. Еще также с недавнего времени мы в этот репозиторий включили перечни каких-то лабораторий, компаний, команд, которые занимаются разработкой вот, научного open source. Причем тематика, ну, как бы, она ограничивается наукой, да, в широком смысле, да, но при этом совершенно разной. То есть там могут быть как микрорепозитории, вот, типа как FUU, да, о которой я говорил Михаил, так и какими-то крупными проектами, типа там Яндекс.Кодбуста. Также мы участвуем в разных мероприятиях, рассказываем как и про наш личный open source, да, то есть про наши проекты научные, которые мы изначально
как бы разрабатывали в парадигме open source. То есть тот же Fedot, да, о котором я уже упоминал, он изначально предполагался как open source, и, соответственно, так он и продолжает существовать. И рассказываем о нашем движении и о том, что у нас там получается, либо не получается. То есть мои коллеги, например, участвовали в Яндекс Open Source Jam, в Highroad недавно, в Yatox и так далее. И то, наверное, чему мы очень рады, и вот я, наверное, редко так могу сказать, да, но если говорить о митапах, то это штука, которой я в какой-то мере горжусь, это когда мы собираемся, там, участники, зрители в каком-нибудь баре в достаточно приятной, комфортной обстановке, вживую, что тоже немаловажно. Разговариваем про какие-то open-source разработки, причем как студенческие, совершенно небольшие, да, где вот просто люди получают обратную связь, так и про какие-то более крупные, то есть к нам приходят не только студенты, там, аспиранты, не только люди из ЭТМО, а люди там, из компании. И, в принципе, получается достаточно продуктивно. Причем настолько продуктивно, что после одного из митапов некоторым докладчикам Selectel, компания, которая занимается облачной этой штукой, всякой инфраструктурой, предложила написать в их боди на Хабре про их библиотеки. Как бы, ну, понятное дело, что аудитория бога Selectel на Хабре в целом-то достаточно таргетированная и достаточно крупная, поэтому для маленького студенческого проекта это достаточно хорошая платформа. Ну и, в принципе, как бы статья на Хабре достаточно хорошо повышает, так сказать, узнаваемость любого open-source проекта. Мы также занимаемся различной, так сказать, медийной деятельностью в плане статей и исследований, то есть переводом различных гайдов на русский язык, публикацией исследований, связанных с российским open-source, с open-source в науке. Сейчас вот занялись, такой небольшой инсайт, да, мы сейчас занялись новым, более крупным исследованием, и надеюсь, что в течение там, ближайших 3 месяцев мы его опубликуем. И также пытаемся тестировать какие-то идеи новые и делать то, ну, как будто бы, что за какой-то обозримый временной промежуток до нас не делали. То есть, например, мы недавно просто собрались и в формате видеоподкаста разбирали чужие библиотеки наших коллег, да, давали какие-то рекомендации, обсуждали это, комментировали. Иногда даже не сходились во мнениях друг с другом, как бы как это было, как это будет сделать лучше, да. И мне кажется, это тоже достаточно важная штука, потому что, ну, open source же это не про то, как правильно. Это достаточно всегда дискуссионная штука. Вот. Кстати, QR-коды периодически показываются, по ним можно переходить. И сложности, с которыми мы столкнулись, то есть я сейчас, конечно, да, здесь такой радостный вышел, улыбаюсь, но, конечно, все это вызывало некоторые сложности, иногда такие, и сжигало очень много нервных клеток. Например, здорово провести митап, но для митапа нужны спикеры, и не всегда вообще было понятно, где их искать. Здорово, что у нас были коллеги, которые могли выступить, но когда дело доходило до внешних спикеров, ну, с этим возникали большие проблемы. Опять же, потому что open-source сообщество достаточно фрагментировано. Когда мы занимались исследованиями, опять же, было очень сложно найти открытые проекты и оценить их, потому что там есть проблемы с индексацией, есть проблемы с тем, чтобы просто там что-то, возможно, лежит на личном аккаунте, а не на организации. Ну и другие различные технические вопросы тоже возникали. Но ту поддержку от open source, от любых представителей open source комьюнити, с которыми мы сталкивались, да, это придавало нам сил, и то, что как бы подкасты зашли, то, что как бы недавно вот то, что я, наверное, чему невероятно тоже порадовался, просто в чате зашла речь про байесовские сети. И, как выяснилось, в чате достаточно много любителей байесовских сетей, и просто вот стихийно организовался митап, который прошел сегодня, вот в 12 дня, и просто за счет самоорганизации, и вот это вот я считаю уже круто. Вот. И то, чем мы планируем заниматься в будущем, помимо того, что я уже перечислил, как бы расшириться на более широкий круг студентов и потенциальных участников сообщества. Мы открыты, в принципе, к любому сотрудничеству. Вот тут есть мои контакты, тут есть ссылки на наш чат и на наш информационный канал. Ну и, собственно, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Здесь, видимо, open source баня, я так понимаю, да? Вопросы. Мало времени осталось. Давайте быстрее задавайте. Угу.
А скажите, а вот эта группа в Телеграме, она у вас тоже открыта, и, скажем, студенты из нашего университета, там и наши специалисты могут тоже войти и с вами там общаться, участвовать в ваших метапах и так далее? Или это, ну, мы рядышком, Псковый Питер как бы рядышком находится? Конечно, мы, то есть то, что мы появились на базе ИТМО, не означает, что мы на ИТМО и замкнулись. Конечно же, нет. То есть чат, информационный канал, все вот это вот открыто для кого угодно, студентов, школьников, сотрудников, там, ученых, неважно. Главное, чтобы был интерес к open source. Так. Ну, это, в общем, очень интересно, что вы открыты, потому что вот вы сказали про разрозненное научное сообщество open source, но проблема с этими сообществами не только у нас, это общемировая проблема, она состоит ровно в том, что это очень высокая планка входа. Причем она не просто высокая, она формально высокая. То есть приходящий должен относиться к конкретному университету или к конкретной там научной организации и так далее, и так далее. В отличие от свободных проектов, вот Гном сейчас выступал, там приходите к нам учиться и коровы, и волчицы. Всех примут и всем найдут занятия. В этом, так сказать, смысл создания свободного сообщества. То, что у вас нет этой элитарности, это здорово, конечно. Но основная проблема сообществ университетских – это именно вот наличие некой элитарности и закрытости. Именно потому они все и существуют, каждый по себе. В этом проблема. Да, я с этим как бы соглашусь, потому что я с этим сталкивался, например, когда занимался вот исследованием научных репозиториев, потому что, ну, казалось бы, есть какой-то проект. Да? Хорошо бы обозначить, что этот проект там относится к какому-то конкретному университету, да, вот написать про него подробнее, и таким образом он будет более узнаваемый, и, соответственно, статьи этого ученого будут более цитируемые. Но нет, он лежит на личном аккаунте в GitHub, и как понять, что как понять вообще, что это за проект и к чему он относится, если так, оно, я просто не понимаю этого. Так, а можно вопрос? Mm-hmm. Вот что касается, вы сказали, науки, то есть то, что open source используется в научных, в том числе, проектах. Какие направления науки для использования open source, как вам кажется, перспективны, и в каких форматах именно для науки? Ну, вообще, если говорить глобально, сейчас вся наука испытывает некоторые, как бы есть некоторые тенденции к тому, чтобы она была open source, потому что сейчас статья — это недостаточный артефакт научного исследования. Помимо, собственно, научной публикации, хорошее исследование, то есть воспроизводимое исследование, да, понятное исследование, требует каких-то данных. То есть об этом, собственно, вот Михаил, выступающий незадолго до меня, говорил. И как будто бы, то есть любое исследование, где, которая, грубо говоря, не философская, да, вот, которая имеет некоторые цифры, да, оно может быть open source, как минимум в рамках данных. Но, наверное, сейчас вот наиболее сильные тренды в сторону вот open source вот в том, что мы называем машинным обучением. Но, разумеется, там всякая биоинформатика и другие вот информатизированные области науки, оно тоже достаточно двигается в ту сторону. А можно тогда еще, спасибо, извините, небольшое? Нет, уже время, извините, у нас вышло, извините, все в кулуарах. Спасибо за доклад. Значит, спасибо. Следующий